критическая ситуация. Крупная утечка питьевой воды из городской водопроводной сети. Ален приезжает на место аварии с новейшими инструментами. Ален и в самом деле работник муниципальных служб. А вот утечка воды не настоящая. Дело в том, что мы находимся во Французском национальном учебном центре водоиспользования в Лиможе, где Ален сейчас проходит стажировку. Это помогает нам проходить обучение в условиях, максимально приближенных к реальным, и работать в ситуациях, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в повседневной жизни. 6000 стажеров приезжают сюда ежегодно. Это уникальный комплекс на территории Евросоюза. Снабжение населения питьевой водой, осанизация, обслуживание, ремонт станций очистки воды, переработка бытовых отходов, наблюдение и контроль загрязнения. И столько же специализированных технических программ обучения. Преподаватели Центра водоиспользования хорошо знакомы с профессиональной жизнью, ведь все они раньше работали на государственных или частных предприятиях. Сегодня каждый из нас отвечает за свою педагогическую программу. Эти программы постоянно совершенствуются, обновляясь за счет последних технологических инноваций. Важнейшая учебная программа, предназначенная для городских служб, предприятий, администрации. Компетентность хорошо обученных кадров – это ощутимая выгода как в плане качества предоставляемых услуг, так и в плане качества воды и цены на нее. Действительно, Международный центр водоиспользования – отлично оснащенный комплекс, где работают очень компетентные люди, постоянно следящие за технологическим прогрессом. Центр позволяет нашим сотрудникам постоянно повышать свой профессиональный уровень. Международный центр водоиспользования способствует развитию подобных центров обучения во всем мире, чтобы помочь государственным и частным предприятиям, чтобы обеспечить населению доступ к хорошей чистой воде.